Я так хотел нарисовать много заборов там, где они есть. Но модераторы мои заборы удаляли постоянно. Я-то думал, сейчас заборов нарисую, чтобы люди поняли, что Россия — это страна заборов и охранников. Но, видимо, Яндекс.Карты ведут другую политику, дабы не разжигать напряжение у населения. Они допускают рисование вот таких заборов, таких, вот таких. А вот это все не допускается рисовать. Но это же препятствие, правильно? На велосипеде ты через него не проедешь. Не проедешь на велосипеде, и здесь не проедешь. И здесь не проедешь на велосипеде. Почему бы вот эти препятствия не рисовать? Вот это вот. Разве не забор? Забор. Забор, забор, забор. Вот это ж самое, что ни на есть забор. Но вот видите, Яндекс не хочет разжигать народные волнения, то, что все огорожено кругом. Никакой свободы перемещения. Вот это даже и то не считается забором у них. Нельзя рисовать вот этот забор, представляете? Так что то ли еще будет.